Телеканал Smile HD представляет. Red Bull Studio представляет. Множество котов. Можешь знать ты двух или трех, но поспорить я готов, что я самый добрый кот, самый лучший в мире друг. Это знают все вокруг, и друзья меня зовут Леопольд. Я по улице иду и улыбку всем дарю, и с дружбой моей всем веселей, и станет мир добрей. Не бывает у природы никогда плохой погоды, ведь осень пришла, вновь холода, это не беда. А пока, если честно, есть проблем, я смешаю, но я все же потерплю, и будет толк. Кот из дома, мыши в пляс, не ругаюсь я на вас, и вновь готов повторить, давайте дружно жить. Мое имя Леопольд, и я добрый. И я добрый кот. И с друзьями всегда везет. Погоня с миром. Красота. Теперь можно лететь на самолете. Еха. Жит. Арнольд, куда пропал? Ты же потерял меня. Ой-ой-ой. Красота! Ух ты! Земля! О, сплю-ка я на диване. Здравствуйте, ребятишечки! Это спагетти. Начнут с Италии. Приготовлено с Италии спагетти. Так. Это что за шум какой-то? Ты чё, тупая Италия? Я не картошка, а Арнольд. Ничего не знаю, у меня спагетти. Арнольд, ты в порядке? Как ты провалился-то, а? Кажется, в Италию попал. Я тоже попал в тупую Италию. Да, я тоже так думаю. А что случилось? Да вот Арнольд попал в Италию, тупую. Как-то провалился к усатому итальянцу. Ой-ой-ой-ой. Чё же случилось? Да вот Арнольд попал в тупую Италию и подошёл к усатому итальянцу. Как ты провалился из самолёта, Арнольд? Я подошёл к усатому итальянцу, и что?